Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком кабинете мы сейчас находимся? Мы находимся в кабинете «Кедровая бочка». Чтобы сохранить хорошую физическую форму, нужно не только правильно питаться и заниматься спортом, а избавлять организм от шлаков и токсинов. В этом нам помогает мини-сауна «Кедровая бочка». С парогенератора в бочку подается пар, который проходит через специальный контейнер, где обогащается аромамаслами. Туда добавляются кислотосмеси и аромамасла. Действует бочка как мини-сауна, но она более эффективна, потому что в то время, когда парится тело, голова находится снаружи, человек дышит воздухом снаружи, что снижает нагрузку на сердце и легкие. Длительность процедуры до 25 минут, 25-30 минут. Не больше. А сколько надо провести процедур, чтобы был виден положительный эффект? Ну, процедура не принимается каждый день, процедура принимается через день, там, через два дня, два раза, ну, идеально два раза в неделю, можно через день. Бочка помогает человеку избавиться от лишнего веса, укрепляет и восстанавливает нервную систему. Также омолаживает хорошо кожу, кожа становится упругой, эластичной. Также бочка действует, оказывает антицеллюлитный эффект. Также применяют бочку при, как реабилитацию при травмах всяких, при заболеваниях суставно-связочного аппарата. Применяется бочка также как вспомогательное средство при лечении псориаза, дерматита. Воздействует бочка также на сердечно-сосудистую систему. Когда человек парится, расширяются мелкие капилляры, и кровь уходит на периферию, и органы освобождаются от венозного застоя. Так что бочку можно применять и сердечникам при ишемической болезни сердца, при гипотонии, гипертонии. Скажите, какие ощущения вы испытываете? Вам нравится эта процедура? Знаете, замечательные ощущения. А тело прям, чувствую, распарилось, как в настоящей бане. Вот. Но в бане я, допустим, не могу долго находиться, так как все-таки жарко и тяжело. А здесь я дышу свежим воздухом сверху, а тело мое парится. Ощущения просто прекрасные. Всем советую эту бочку пройти. Хорошо, спасибо вам большое.